Лази, бо. Сколько его грузить можно? С таким размахом, Андрюх, по-моему, там до хрена можно грузить. Но лучше передняя центровка всегда для облета. Передняя центровка всегда вон, лучше. Смотри, видишь, его заваливает. Это уже здесь 120, еще почти 150 грамм свинца, помимо батарейки. А точно центровка правильно подобрана, метки? Я не знаю, Антоха чертил, блин. А. Так что, блин. Ну так, вроде, в принципе, она как не сильно, блин, заваливает. О, сейчас вообще хорошо. Нормально, да? Чуть-чуть бы ему дать. Газ! 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 Улетел бы твой проплод. В обратную сторону. В лоб. Антоха. Посадка. Посадочная полоса, вот она. Там ОСД есть на нем? Ты что, живое? Да, да, все, не Антох попадал. Его мотыляет. А у тебя три есть канал, у меня ловит нихуя. Что такое? Что-то очки поменяли. Я туда тебе кидаю. А уже не видно. У тебя это пишущее включено? Да, да, да. Прям как на войне. Ну да, прям почти. Тренировать не будешь? То есть самолет дальше вылетел, крыло в другой.